Всем привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Решил попробовать очередной коктейль, состоящий из пива и спрайта. Спрайт искал обычный, настоящий спрайт, но тут оказался спрайт со вкусом лимона и лайма. Коктейль называется Радлер. Немного адаптированный. Лимон немного надо растолочь, чтобы он все-таки сок дал какой-то эффект. Так, значит, пиво. Чуть больше половины я налью. Пены много пошло. Еще надо налить. Необычный запах. Лучше, конечно, все это дело в чем-нибудь смешивать, потому что вот видите, сколько пены идет. Машинка на отжим пошла, наверное. Очень много пены. Сейчас перемешаю. Все это дело. Такой цвет, как будто белое вино. Вкус очень необычный вообще. Не скажешь, что здесь содержится какой-нибудь вообще алкоголь. Это чем-то напоминает какие-то вот такие алкогольные коктейли. Как они называются? Reds. Еще какие-то есть. Такие пивные алкогольные коктейли. На Reds очень похоже. Очень вкусно. Я даже скажу, это не то, что на Reds похоже. Это практически Reds получился. Хотя в Reds содержится яблочный сок. А здесь яблочного сока никакого нет. Это обычный спрайт. Не сказать, что это обычное, это настоящее жигулевское пиво, светлое. И получился аналог Reds. Стоит попробовать, конечно, такой коктейль. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интересней.